Образование за границей. Италия назначила для украинцев гранты на обучение и научные исследования в местных университетах. Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины. Размеры грантов в дипломатическом ведомстве не уточнили. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Регистрация начнется 27 апреля, продлится до 10 мая. Одно из требований – знание итальянского языка. Гранты предоставляются в рамках соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и науки между правительствами Италии и Украины.